фильм с Джакарты видел про то, какие аэропорты построены сейчас в Индонезии, в таком же построился город, решил запустить хотя бы аэропорт. А, город 500 тысяч жителей, культурный центр якобы, вот, аэропорт вот такой вот. Небольшой, конечно, там всего 4 гейта, это используется максимум, но все равно неплохо. Есть бизнес-класс вон, бомбуду вон. Маленький, конечно, но с едой. И что всего больше всего поразило, даже в российских аэропортах это до сих пор сделать не могут, стоит копейки, 20 рублей максимум. Ну, зарядки для сотовых телефонов на халяву. Заряжать сколько времени. Ладно, конечно, зарядок, но и... Я, ну, какие-то неправильные зарядки.